Всем привет, с вами Тиффани с канала Ксения Бэт Смайл, и это видео, фильм о фильме. И да, поклонники нашего, поклонники сериала «Жизнь в шоколаде», и сегодня именно для всех видеоблогеров-поклонников мы снимаем это видео. Давайте на... Начнем. Как вы можете охарактеризовать этот сериал в целом? Крутой сериал, очень замечательный. Я там главный герой. Я очень полюбил свою девушку Джесси, но не в этом сериале. Мы очень с ней давно встречаемся. Мы с ней ходили по кафе, я ее в боулинг свозил на своей крутой машине-джипе. Очень классный сериал. В общем, что вы думаете о сериале? Точнее, закончат ли съемки этого сериала? Да вы что? Конечно же нет. Будет всего в этом сериале 24 серии. И мы будем продолжать снимать, так что не расстраиваемся. Хотели ли вы этого сериала? Естественно, да, потому что этот сериал потрясающий. Меня это просто покорило. В глубине души я сама не понимаю, как я снимаюсь. И вообще не верю своим глазам. Вообще. Понравился ли вам этот сериал? Конечно же, да, потому что этот сериал классный. Я в нем снимаюсь уже очень давно и во всех сериалах Little Spot Shop. Очень классный сериал. Очень. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. С вами была Кристина Албасма.